Приветствую всех. С вами Низирамас, и мы продолжаем пытаться пройти демо-версию Resident Evil 3. Немезис. Остановить его можно, если серьезно ранить. Но передышка будет небольшой. А, ну естественно, меня же сохранило здесь. Еще пока я сюда не успел сходить. Ты откуда? Тело. Граната? Окей. А, я вообще далеко с автосейвнула. Вот настолько прям далеко. Так, вы все, да? Так, ну хотя бы вот этого чудика нет. Значит, эти чудики сохраняются, взятые. Все тут? Все. Ну, дайте-ка я сохранюсь. Перезаряжу дропик. Так, вот здесь я что-то взял или нет? Я как-то уже подзабыл, я все здесь, точнее, взял. Окей. А, ну да, я... Да. Сюда так и не зашел тогда. Хорошо. А что здесь? Ну, окей, чудика я, кстати, здесь не находил вроде бы. Не сиди где-нибудь там в темноте. Да? Чудик. Надо сейчас зайти в комнату сохранения. Пол, что автосохранение не сработает еще раз. Вот, там, где я вот только что. Где оно уже было, если я повторно в эту точку прихожу. Ну что, откуда же я знал, что меня автосохранет? Так, это убери, пожалуйста. Достань вот это. Шестнадцать пуль. Спрей. Естественно, надо взять. И мне кажется, надо бой давать этому другу нашему. А что, кстати, если я пойду его и обойду? Потому что так он появляется где-то вот здесь вот, вот в этой области. Соответственно, он меня убил вот здесь, то есть... И я вот это расстояние прошел, вот так вот, и сдох. А если я появлюсь сразу вот здесь? Мне надо будет вот так вот расстояние пройти. Да, ровно, нахрен, а вы кто? А вы нахрен кто вообще? О, и простите, откуда вы лезете? Даже... Какого... Лешего, простите, я так промахиваюсь. Ухо. Ну это, конечно, эффектно получается. Все? Барышни, вы все? Охренели тут? Появляться непонятно откуда. Я в шоке. Откуда они, серьезно? Я же знал, что она не была трупом, ну черт. Опаньки, а ты кто? Ну, входи, входи.
Входи. Он застрял? А, ну это... Мне вот так просто, типа, не дадут пройти этим путем, да? Это такой хитрый способ. Я вас понял, игра. Я вас понял. Это действительно было хитро. Вот, не поспоришь. Это мне, типа, просто обязательно здесь появиться. Правда, что это за хрень? Ты чё, охренел? Давай, заходи. Все? Ну, видимо, все. Серьезно, это настолько быстро? Дружище, вот нет, не, нет, дружище, одумайся, не надо. Ты что такое? В смысле, где эта хрень? Ужас. Как с ним сражаться вообще? Че, как от него убегать? Если он вырубается буквально... На пару секунд. О, вот это идеально. А, окей. Это идеальный момент, чтобы серию сделать. Ладно, я 10 кукол собрал. Ну, кстати, как я и говорил, половину собрал. Брэд. Так, не надо переходить никуда, пожалуйста, игра. Ага, окей. Давайте тогда попробуем еще раз зайти, может, повнимательнее осмотреться и так далее. Если сейчас уже все проскипаем.
Так, сейчас давайте посмотрим. Вот здесь вот статуэтка уничтожена, то есть они защитены. Их не надо, видимо, за один раз уничтожать. Мне нужно найти одну хотя бы статуэтку и выйти из игры, чтобы посмотреть в меню рекордов. Ну, они учитываются вот так. Так, это мы все уже посмотрели. Конечно, я не знал, что прям настолько быстро после появления Немезиса все закончится. Знал бы тогда, не прекращал бы серию. Ну, уж что поделаешь. Так, давай, вот так. Газетка. Правда, где найти еще этих статуэток? Аж 10 штук еще. Эти настройки. Ну, тут... В смысле? Какой-то ТВ? Наушники? О! Даже эти диалоги стало можно пропускать. Или эти диалоги можно было пропускать и во втором резиденте, то я как-то... Он может... Я затупил, и этого было возможно, это я просто розовый и медленный. Так, ну ладно, патроны экономить не надо в этой версии. Здесь нет дефицита. Что означает, что с ножом на всех лезть вовсе не обязательно. Так, что у меня здесь? Ничего у меня здесь. Пускай трава будет. Да ну куда? А ну куда? Давай. Вот где-то в этом магазинчике явно должна быть статуэтка, вот через это окно разбить, нет? Это звук дождя или это звук статуэтки? Или одно другому не мешает? Рассказывай, игра. Так, там бутылка, это не статуэтка. Просто тут какой-то такой звук. Наверное, это просто звук, как вот эти. Где они там находятся? Да, это вот это трапезничает. Тело. Опа. Да, чё я так мажу-то? Опять. Не надо. Готовченко. Все? Ну ладно. Вообще, кстати, моя теория, что их надо все гасить, потому что потом от Немезис забегать удобнее будет, вообще не оправдалось, они там заново появились. Еще какие-то особые зараженные, которых он сам делает с помощью щупалцев. Кстати, этих я никак, да?
Если я вот так вот сделаю. Так, пропустим уже диалоги. В смысле? А вы зачем ожили? Да и нахрен, пошли, короче. А, пороха. Да, у меня порох всего один. Блин, где мне найти хоть одну статуэтку, игра? Это как так? Мне еще 10 штук надо найти. Естественно, я не буду вас мучить, все их тут выискивать. О, здорово. А я про тебя уже забыл. Это в тебя там Немезис щупался, вставил? Да в смысле? Я же уклонился. Да, я как-то патрон очень растранжирил в этот раз. Тут есть патроны? В смысле? Тут лекарство. Нет, конечно, тоже хорошо. Кто ж спорит? Видимо, сюда может быть забраться потом. Так, а где спуск-то? Спуск, видимо, там, да? Хорошо полетела, такая пташка просто. Это что? Ага, отлично. То, что и надо. Да, вот. Ты куда? Не надо. Нас там хотят слишком съесть. Эх. А было бы классно, если бы можно было освещение какое-то вот так гасить. Всякие прожектора. И чтобы нашему товарищу было труднее за нами бегать. Было бы интересно. Но в любом случае, давайте-ка... Пойдем пока что дальше. Я надеюсь, я хоть еще где-нибудь найду эту статуэтку. Девять. Ошибся. А, кстати, давайте покажу вам другой способ решения этой головоломки. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Верно? Да. Здесь тут по два решения у этих сейфов. Это что? А, дневник. Это порох. Неужели на этом складе нет нигде статуэтки? Ну ты просто Silent Hill-овский какой-то зомбик был. Просто так что-то заорал. Пока ему там пару пуль в голову не всадил, он так орал. Реально как-то страшно было. Здорово. О, патрошки. И все еще нету этих.
Вот ты крыса тыловая, напала на меня. Я, кстати, почти на 100% уверен, что на релизе будет в том числе даже совсем в другом месте первая встреча с этим товарищем. Потому что вот это, скорее всего, уже будет вторая или последующая встреча. Потому что, честно говоря, Джилл тут как-то даже не особо удивилась. Да, конечно, тут ей бы удивиться моей нулевой меткости. Ну, в общем, она удивилась именно, что он делает, а не что он такое. Значит, она по логике уже увидела. Из чего я делаю вывод, что это не первая встреча с Немезисом будет в игре. А ладно, полети. Красавчик. Хорошо полетал. Может, там где-то? Может, еще один на этих рельсах будет? Конечно, был бы перебор, но... Ну, будем честны, тут не настолько прям дикое количество локаций, чтобы... Еще так... Быть уверенным, что его точно там быть не может. Че, скрип? Не скрипи. Все хорошо. Кс-кс-кс. Пс, ребят, полетать хотите? О! Ей больше всего понравилось. Класс. Обожаю, когда могу порадовать даже зомбарей. Рыба. Ну, кстати, раз изначально игра на стандартной сложности идет, то получается тут, в принципе, зомби не такие крепкие. Или за 4 пули. Ну, за 3. Ну, 3-5. Ну, в среднем 4 как раз и выходит. Пули в голову зомбик уже ложится. Потому что во второй части, во втором ремейке, точнее, они были несколько более крепенькими местами. Так, это мое. Это уберу. Это уберу. Может, тут еще где-то? Статуя стоит. Нет? Точно? А? Что? Фига себе, тут патроны где-то лежат. О. Здорово. Ты все? Успокойся. Ручалку отключи, пожалуйста. Да не, серьезно, вы что? Вы все что ли сдохли?
Так. Тут что-то есть. Я, в принципе, тут не осматривался еще. Так что я не удивлен. Ага, вот он. Отлично. Ну, я пока что выходить не буду. Потому что это опять все заново переигрывать. Перед у меня же не было чекпоинтов в геймплейнах. Вот вроде были точки сохранения только. Эти. Вот точка сохранения для статуэтки. Вот. Ну хорошо, 11 нашел. Так, сюда я не забираюсь. Кстати, он так аккуратненько стоял под этими строительными лесами. Здорово. Что скажете? Так, вот если я сюда подойду. Да не в огонь же. Ой, да ты серьезно? Ты еще... Поджарилась? Еще и... Дожили урон от огня получать. Это как так? Куда это годится вообще? Ладно, я тут не вижу этой статуи. Кстати, она быстро успокоилась. Тут я тоже не вижу. Где-то. Хотя по стеклу хожу. Я же равно вот это все шевелится и звуки издает. Где-то рядом. Хотя я не удивлюсь. Это хорошее место запрятать где-нибудь эту статуэтку. Где мало того, что будет плохо видно, так еще и не будет слышно. Из-за того, что рядом там огонь горит, и искры вот этой вот хрени, например, искрят. Оп. Внизу нету? С этой стороны. С той стороны я сбил. Ну давайте съедим, чтобы бегать хорошо. Тец. Тец. Ну, я не вижу, по крайней мере. На козырьке? Блин, козырек слишком у нас... Как его? Не помню, как это слово правильно сказать. Ну, в общем, наклонный. Так, я вообще шел сюда? Да, я понял. Хотя, может, настройку можно отключить это обучение, нет? Видимо, нет. Да ладно, и не страшно. Так, здесь у нас порох. Хорошо. А здесь есть статуэтка? А почему нет? А наверняка есть, а я ее не вижу. Дон Кихот? Киксот? Я не знаю, как правильно читается. Это отсылка к Дон Кихоту, а не именно он. Потому что не думаю, что это слово можно прочитать по-английски. Ну, в общем, ладно, вы поняли. Я со стороны не заглядывал. Да-да, Umbrella. Ну,
делаем жизнь лучше. А в смысле, а куда я пошел? Еще раз эту улицу, что ли, смотреть? Вот здесь, кстати, странно, здесь вроде не было этой статуэтки. А по логике должна быть где-нибудь здесь. Стоять на козырьке каком-нибудь. Опа. Тэ-тэ-тэ-тэ-тэц. И где? Ну здесь же есть. Ну не можешь же здесь не быть. Я же вас найду. Когда-нибудь. В скорой нету. На козырьках тоже нет. Книжный магазин у Ларри. Окей. Мне, кстати, интересно, что вот это за такой облегченный режим. Давайте я сейчас найду ближайшего зомбаря. На нем аккуратненько сольюсь. Я, конечно, не знаю, откуда меня запустит чекпоинт. Просто хотя бы, чтобы хоть что-то еще увидеть. Посмотрим этот облегченный режим. Ну, конечно, немезис очень жесткий. Просто с самого начала. О, он тут стоит? Или что? Так, это статуэтков нету. Зря. А могли бы дать. А вот не хотят. Так, ладно, давай, жри. Чё так слабо? Кстати. Ох. Окей. Заодно проверили. Какой он долгий. Выбрал упрощенный режим. Просто чисто глянуть, что там за автомат мне дадут. И так далее. Опа. А-а-а. Кстати, чекпоинт как-то далековато, конечно, был. Он, кстати, больше места. Напоминает этот упрощенный режим из... На выживших призраков из второго ремейка. Так, вот этот у меня сохранился, да? Чудик. Но здесь никакого чудика не осталось, значит он сохранился. Хорошо.
Ну, конечно, нехорошо, что чекпоинт так далеко был. Все-таки был, на самом деле, даже чекпоинт. Это удивительно. Кис-кис-кис. Все сюда. Так. Подходите ко мне. И полетели. Красавчики. И. Я тоже понадеюсь, что здесь где-нибудь сейчас найдут статуэтку. И, кстати, что за заведение? Я в нем. Ой, да карта, ладно, я понял. А, я вот в заведение могу зайти, да? Ну да. Фига себе наглёшь, ты чё? Хрена себе. Вот это был залп. А, это же как раз та самая аптека, я понял. Упс. Минус телевизор. Тедец, тедец. О, еще порох. Ой, ты что меня пугаешь? Кстати, на хорошем радиусе бочки действуют. На зомбиков. Я бы сказал, должно очень хорошим. Ликер стор. Ликерный магазин. Отель. А, так тоже можно разбивать. Хорошо. Ладно, я уже без понятия, где этих статуэток я могу еще найти. Перехожу по стеклу. Давайте тогда я выйду. А, в смысле? А какого хрена, как мне выйти в главное меню? Да ладно, ничего, надо идти дохнуть, что ли? А кто меня здесь может сдохнуть? Вы что, уже все? Вы что, все сдохли? О, ну давай. Давай, разрешай, сдохни меня. Ты что, не умная, что ли? Я просто хочу выйти, посмотреть, зачело ли? Или мне нужно до конца дойти, чтобы зачело эту статуэтку? Не знаю, что вот это, кстати, за кликивание. Может, это типа урону позволяет уменьшить? Ну, не тупи. Самка зомби. Серьезно, даже на легком, даже на опасном можно еще укус выдержать. А ну, кстати, укус в ногу. Это не смертельно? Но тут, конечно, да. Конечно, странную статистику я сейчас капкомом выдам. Что я столько раз помер на простых зомбаках. Так. Результаты. Да, зачем мне эту статуэтку? Настройки. Не, настройки зачем? Ладно. Ну, в общем,
Это выглядит все очень мощно. Так. Ладно, не буду дальше нажимать. В общем, товарищ, который там на фоне мелькает. Дико сложный, на мой взгляд. Конечно, может быть, с непривычки так кажется, но... Но это будет больно, если он всю игру будет буквально преследовать. Еще с такой скоростью еще телепортироваться. Ну, конечно, понятно, что он просто с разгону там прыгает как-то, но... Факта по восприятию это не отменяет. Это вообще жесть. Посмотрим, как это будет. За кадром, естественно, я добьюсь этих кукол найти. Надеюсь, сам. Если уж совсем затуплю и вообще не смогу найти, конечно, загляну в сети, но надеюсь, без этого обойдусь. И на этом я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии, свое мнение по поводу данной демо-версии и грядущего ремейка. До новых встреч. Всем пока.